Здравствуйте, с вами Ульяна и рубрика «Буктрейлер». Невероятные, полные опасности, приключения, экзотика далеких стран, обширнейшее описание мировой географии. Все, о чем писал Жюль Верн, отживает в романе «Вокруг света за 80 дней». Повествование насыщено деталями, каждый из которых вызывает свое множество дополнительных смыслов. В них погружаешься в главу, и вот уже ты сам все, что проведешь в поле с незабываемым путешествием. Попадаешь в шторм на корабле, едешь в каком-то слове вместе с обещанием Фелисом Фогом, его помощником Спарту, которому, во что бы то ни стало, нужно выкрыть тебя, а по неделю заботиться с ним, читать с удовольствием.